Итак, всем привет любителям грузинского вина, кто едет в Грузию, ну, либо кто вообще приедет грузинское вино, любое там. Вот такой обман нашли первый раз, сколько бываем в Грузии. Вот такое вино продается в Саперави, да, бренд, можете, ну, посмотреть, вот этот. Этикетка, сейчас покажем вам, видите, 3 литра стоит, ну, красное вино, сухое, типа. Вот, просто купили на скорую руку в первом же поселке, потому что надо было, ну, заехать и просто тупо выпить. И стоит это там, ну, в районе 25 лари, там, 3-литровая типа бутылка. Но мы ради прикола ее сохранили, потому что она пригодится, она, потому что с ручкой. Сейчас покажу, бутылка, видите, такая необычная, с ручкой. Ну, как графин использовать нам придется, потому что чаще потом везти, да, еще всякие дела. Вот, и мы проверили объем на всякий случай, что-то подвох зачули. И оказалось, что бутылка не 3 литра, а 2 литра. Реально, просто проверили объем сейчас. У нас есть бутылки, просто пластиковые минералки, колы всякие. Проверили, что от силы 2 литра. Так что запомните, что вот этот бренд сейчас, вот я покажу завод какой, чтобы этикетку посмотреть поближе. Вот этот завод, никогда не берите, это полная туфта. Если даже на объеме накалывают. Так что о чем говорить уже дальше? Ну, конечно, такое дешевенькое вино обычное. Но вот в Грузии уже начали обманывать. Вот даже на этом. Так что остерегайтесь подделок, как говорится. Всем пока!